Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 26 апреля. У нас такая ужасная погода. Холод. Второй день льет дождь. Дождь не дает работать в открытом грунте совершенно. Я вот как временно закрыла вот этот тоннель, в тот день убежала. Тоннели стоят неприкопанные. Ночью 3 градуса. Днем сейчас, вот сейчас 10 утра, 6 градусов. Весь день будет температура 7 градусов. Ночью будет 1 градус. Вот капризы нашей погоды. Короче, смотрите, за неделю мы пережили какие перемены? Ой. У нас была метель, потом был мороз, потом была жара, когда я раздетая здесь садила. Сейчас у нас 2 дня проливные дожди, такие дожди, при которых вообще невозможно что-то делать в грунте. Вот сейчас маленькая передышка, дождик такой мелкий, не проливной, но идет похолодание. К вечеру уже опустится температура до 0, завтра дождь со снегом, послезавтра дождь со снегом. Ой, опять начинается дождь. И вот у нас вот так вся весна. Будут вот такие качели, то жара, то снег, то дождь. Но высаживать и заниматься огородом все равно приходится. Единственное, что в такие периоды идет дождь, иду работать в теплицу. Выглядывает солнце, значит, можно выйти поработать в огороде. Вот второй тоннель, который я хотела высадить, свои томаты. Все, конечно, так и встало. У меня сын натаскал, когда позавчера еще земли мне, чтобы удобрить. Он думал, ну как, а я думала, что сделаю. Ничего не получается. И не знаю, когда прикопать тоннели. Хотела вчера вам показать, как я ставлю дуги, как прикапываю тоннели. Не было погоды. Сегодня хотела, думаю, ну сегодня покажу, как делаю прикопку тщательную, как дуги там. Опять нету погоды. Ну не знаю. И оставлять при 1 градусе на ночь в таком виде тоже страшно, потому что там, видите, есть места, где воздух может туда холодный поступить. Сегодня даже неохота открывать их, потому что все мокро, везде грязно. Сегодня снова буду работать в теплице. Но зато такая погода, когда нет жары, позволяет хорошо высадить в теплице, поработать. Потому что в другую погоду, в ясную жаркую, работать в теплице невозможно. Все, до свидания. Вся камера намокла. Пойду.